мать была весьма скрытной и замкнутой женщиной. Когда ты была совсем маленькой, она даже не позволяла мне кормить тебя и делала это только сама. Это бабушка? Ты же знаешь, что ты была ее любимицей, правда? Это видео! Что это? Клянусь, иногда я отчетливо ощущаю ее присутствие рядом. Кто же теперь будет заботиться обо мне? Думаешь, я не справлюсь? Что? Мне это не нравится. Что происходит? Ну а когда ты умрешь? Не смей повышать тебя голос! Я твоя мать!